Это такой видосик. Нет работы в Ярославле. Вот сегодня я с утра нашел пару вакансий вчера. Наебал их, накликал. То есть, ну, так, клик-клик-клик. Типа, резюме это клик теперь называется в 2023 году. Чтобы потом перезвонить, если тебе не перезвонят работодатели. А тебе могут не перезвонить работодатели в 2023 году стопудово. Поэтому кликаешь, а потом звонишь, если тебе очень интересная вакансия. Вот, мне была вот эта вот интересная вакансия. И на телефоне здесь можно узнать номер. Вот. На компьютере как бы, ну, нельзя почему-то посмотреть номер. Вот, здесь номер, и вот эта вакансия. А я откликнулся, но мне отсюда никто не звонит. Давайте еще сюда ебанем на всякий случай. Например, вот это, офис-менеджер ебанем. Начинающий специалист. Ну, некоторым не нравится, что много откликов ебашь резюме. Некоторым очень не нравится, что у некоторых много резюме. Ну, другого пути нет их привлечь. Я не знаю, как еще другим можно путем привлечь. Ёбать нескольким резюме, я только единственный способ вижу привлекания. Вот. Но почему-то с телефона я попал вот на эту вакансию. Да, по идее, мне не подходит. Один год, три, и один год требуется месяца работы. А где мне его взять в Ярославле, если их вообще нету? Типа, где я могу опыт работы взять, если его в Ярославле нет? В Москве он есть, а в Ярославле его нет. Где мне опыт работы взять в Ярославле? Хуй знает где. Ярославль, блядь, 2023 год. Вот, ну сюда, конечно, я не хочу. А, чё? Ну, работа супер. Вот, только выполнение плана продаж, ну, конечно, у меня нет опыта выполнения плана продаж. А где его взять, выполнение плана продаж опыта? И почему я звонил с телефона вот на эту вакансию? Как бы там номер на телефоне нашел. А попал я вот сюда. Ну, мне, естественно, отказ. Ну, отчасти неправы, что могут отказать. Потому что у меня опыта нет. А с другой стороны, где мне опыт брать на таких вакансиях, если в Ярославле вообще нету? Где, блядь? Мне ехать в Москву, что ли, опыт-то брать? Или где его? Чё, блядь, я живу в Ярославле, а опыт должен брать в Москве? Чё за бред, ёбать? Ну, в 2023 году. Вот, блядь. Ну, вакансия норм. А сюда звонишь, вот сюда, оператору колл-центра. Типа, без продаж, без всякой хуйни. Типа, ну, нормально, только по телефонам отвечать. Вакансия тоже супер. Трубку сейчас не берут, телефон выключен. Попробуем завтра позвонить вот сюда. Не знаю, вот. Работ дохуя, работ много в Ярославле. А нет, нихуя.